Сегодня около 400 представителей шахтерских профсоюзов пикетировали кабинет министра Украины. Они требовали от правительства и президента вернуть господдержку угольной промышленности. Также они требовали организовать встречу с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Требовали бюджет отрасли, потому что бюджета отрасли нет. Тот бюджет, который приняли, это бюджет уничтожения отрасли и плавно переходящего уничтожения Украины. А чем недовольны именно? Тем, что нету денег, не выделены средства на капитальное строительство, на господдержку, на все то, которое дает развиваться отрасли. И грубейшая ошибка правительства, что те шахты, которые находятся на освобожденной территории, их не развивают, а как раз направляют на закрытие, на уничтожение. А кто участвует? Какие профсоюзы? А здесь все профсоюзы. И профсоюз работников угольной промышленности, и НПГУ, и НПГД, и торфяники, все. Железная руда, все здесь. Здесь все, которые связаны с энергетической безопасностью Украины. А есть какая-то вообще альтернатива антрацитовым углям, кроме тех, которые на оккупированной территории остались? Есть альтернатива. Переработка угля в газ. И в Днепропетровском институте есть установки, которые глубокая переработка бурого угля. Все это есть. Надо только голову иметь и политическую волю, чтобы это все делать. И требования. Первое, своевременно выплачивать зарплату шахтерам, погасить задолженность по зарплате, скорректировать бюджетное финансирование угольной промышленности, пока правительство нашло деньги в размере 1,2 миллиарда на закрытие шахт. Ни одной копейки на техническое оснащение и на обеспечение функционирования угольной промышленности. Угольная промышленность в Украине является фундаментом всей промышленности Украины. Это обеспечение энергетики, коксохимии, металлургии, в бытовом топливе, химии. И сегодня украинское правительство ведет такую политику, что покупает уголь страны агрессора, электроэнергию страны агрессора в России. В то же время просто уничтожает собственные шахты. Потребителям отгружен уголь по 850 гривен за государственных шахт, по цене в два раза ниже, чем уголь, который покупается за рубежом по предоплате за валюту. И в то же время шахтерами не рассчитались, зарплату вовремя не выплатили.